Ниндзя! Интересная книжка. Читать, правда, я ее, конечно же, не могу, потому что она на незнакомом мне языке. Но Алексею все равно спасибо. Однако, сегодня мы, естественно, не об этом. У нас очередная серия о том, как Фрэнк выполняет поставленную перед ним задачу. Ну или не выполняет. С ним всякое случается. Знаете, эти нурглиты обосрутся с подливой и как бы... А я что сделаю? А что я сделаю? Ну и все. Короче, у наших союзников очередная проблема. К сожалению, 15-я мотострелковая дивизия имени Бубоникуса попала в Некронское окружение. И перед нами поставлена задача прорваться за линию этого окружения и позволить дивизии отойти. Как всегда, войск у нас немного, задача сложная, но тем не менее, что есть, тем располагаем. Рота, избранные сыны Мортариона. Ведет вперед их наш Фрэнк, это Lord of Firlands. Ему помогает огнеметчик, на этот раз наш обычный прокачанный монстр. Две пятерки плагмарин, чтобы все заражать и разносить к чертовой матери. В качестве транспорта им придана одна ринка, и усилено все это хеллбрутом, дроном разведки и артиллерийской установкой плагбёрст кровлером. Ну а с этой линии фронта нам противостоят следующие силы Некрон. Всем привет, очередная партия Нефрихи против Дивгарда. Закрываем гештальт Верворду, который получил уже крикуху минус 2 дюйма. Надеюсь, дедушка Техномаси всех спасет. С ними, естественно, лейтенант по крикухе прыгнул, умер. Фуайтвайна, пачка вориоров, пачка байков, всем любимая вышка, пятерка личгвардов и наше противотанковое ружье. У нас миссия Forward Recon. Здесь маленькая расстановка для атакеров, огромная для дефендеров, но они расставляются в 6 точках, и атакеры должны заползать глубже, а дефендеры не должны давать им это делать. В данном случае атакеры — это Девгард. С левого фланга нас ринка с плагмаринами, с огнеметчиком и хеллбрутом. С правого фланга наш летающий аппарат, Фрэнк, пятерка пацанов и плагбюст кровля. Некрончики в этой ринке спрятали своих избирателей... Личгарду, короче. Ладно, это не совсем патрианцы. Вышка здесь, там криптек, здесь лорд, все остальное в резервы. Убрано мотики и прочие пацаны. В общем, наша разведка обнаружила место, где линия Некрон достаточно тонкая и прорыв возможен. Туда и нанесем наш удар. Главное, как можно глубже прорваться на скорости, чтобы Некроны не смогли отреагировать на наш прорыв. Первыми ходят атакеры. Здесь с адвансом ринка по левому флангу подъезжает, короче, к личгардам. Дредноут бежит на кол, вот так вот всего лишь встает. С правого фланга самолетик наш летит, ну как самолетик, вот сюда вот он встает внизу. Просто, ну, короче, мы померили, здесь хватает высоты. Пацаны за ним устраиваются вместе с Фрэнком там. И танчик тоже подъезжает, их прикрывает. В шутинг-фазу наша артиллерия отработала по позиции Локуста хэви-дестройера. И даже неплохо попал, пробил, потому что она его не видела. Там минус 100 хит, плюс ему к сейву. Но с реролом даже он как-то не смог выжить. Это очень важно, мне кажется, было, потому что он тут выскочил бы, расстрелял все к чертовой матери. Приближаемся под прикрытием зданий, чтобы противник пока по нам огня не открывал. Но при этом разведка донесла, что в области столкновения есть вражеский Locus Heavy Destroyer, который, конечно же, для нас, ну, крайне неприятен будет. Поэтому артиллерия сразу по нему отработала, и удачно так получилось, сами понимаете, там минус 2 хит, плюс к сейву у парня. Но, тем не менее, смогли поразить цель, тем самым лишили противника достаточно серьезной противотанковой стрельбы. Первый ход Некрон. Они включают протоколы хитрого заманивания. Отступает вот сюда вот вышечка с помощью своих транслокаций. Да? С ними же. Ну, это просто такое. Ну, это понятно. Просто да, криптек такой транслокируется вот сюда вот.
И засадный отряд личгардов такой: ребята, что-то нападать на Ринку план так себе, да, подставиться, отступаем. И, судя по действиям Некрон, наше нападение было для них полной неожиданностью. Даже передовой отряд личгардов, увидев, что ситуация складывается не в его пользу, отступает под прикрытие своих войск. Второй ход гвардии смерти. Выбираются из этой Ринки... Пареньки, плагмаринчики хотят связать боем личгардов. Сама Ринка будет у нас заниматься тем, что приносить нам очки. Короче, она имитирует прорыв по левому флангу. За ней бежит дредноут, который только... Короче, вот это вот начало зоны, в которой мы начинаем скорить очки. Ринка нам что-то принесет. С правого фланга летит вдоль правого фланга наш истребитель мощнейший, бегут плагмаринчики, за ними идет Фрэнк. Концентрированный огонь с левого, с правого фланга в центр. Мы смогли завалить двоих пацанов, но один на протоколах обратно вернулся на стол. Артиллерия вновь отработала по позициям противника, накрыла Криптека, он упал на такой типа, что за стратегем клубчик встал спокойненько обратно. Доходим до фазы черджей. Плагмарины атакуют личгардов в ближнем бою. 5 им нужно кинуть. Кинули целых 9. И такие, о, вперед. Под диким обмазом на 3 кп ударили плагмарины в личгардов. Двоих целых завалили. РПшки те не прокинули. Наш парень, смотрите, как вот флейлом кидал. Просто герой. И нам в ответ слабенько как-то ударили. Всего лишь одну ранку накинули с помощью своих ножей. Один парень заболел. Ну, я думаю, что мой план становится сейчас очевидным. Мы пытаемся прорваться нашими скоростными юнитами по флангам, при этом завязав противника в центре с помощью нашей пехоты, и все это дело прикрываем нашей артиллерией. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Второй ход Некрон. Поднимаются на второй этаж личгарды. Такие: ребята, мы, пожалуй, от вас пойдем нафиг. Криптек, восставший из мертвых, такая: I lived again. И он туда в рыночку отходит. А вышка передвигается назад, такая, вдоль здания, да, туда отошла. И к ней присоединяется лорд, который хочет свой топор кидать в Ринку, который здесь проезжает мимо. А также в конце муфазы из резервов воины вышли с левого фланга, флейды вышли по центру, и вот там тоже по центру байки все намесились, будут нас атаковать или отбивать атаку нашу. Фазу стрельбы мы включили средства противодействия, дымы. От лорда луч как раз уклонился. Но, ребята, эти в упор снеслись на 3 вунды. И еще 2 морталки повесил негодяй вражеский. Далее, байки просто выкосили практически всех. Остался последний парень в отряде, флейл. У нас придется тратить КПшки, чтобы его сохранить, чтобы не отступил. И большой бадабум в нашего дрончика ворвался, но броня выдержала. Фаст Черджей, воины в Ринку надеют, такие: хлобысь, пока нет. Нет, флейды пошли на 9 вот туда. Ух ты, легко вообще, просто бинг, дошли. Как бы там было 10, но у них плюс к Черджей пришли. Короче, тратить КПшки не понадобится. 30 атак в нашего одинокого героя привели к 10 третьим. Я рассчитывал на один проваленный рерол его за КПшечку, было бы хорошо. Но вот эти 2 дополнительных, куда они? К сожалению, герой погиб. В конце хода даем оценку нашим атакующим действиям. Ринка находится в зоне А, и наш вертолет находится в зоне А, что приносит нам 10 очков. Некроны отреагировали на нашу попытку прорыва достаточно оперативно, и уже ко второму ходу концентрируют свои войска и достаточно ощутимо нам отвечают. В центре мы пока их связать боем не можем, у нас просто никого нет. Третий ход гвардии смерти. Дредноут обходит здание, выходит на простор, будет развлекать этих парней. Огнеметчик выскакивает из
Риночки хочет туда жечь. И Ринка такая, типа, здравствуйте, может быть, мы тоже вас как-нибудь почарджим. Справа у нашего фланга следующие действия. Летит вперед дрончик, бегут парни на свои 6, потому что у них есть fit of foot из... За здание с помощью ножек своей прокачки вот сюда вот выбирается наш хаулер. Будем пытаться средства усиления уничтожать противника, потому что, естественно, это крайне неприятный парень. Фаст-стрельбы. Мы, естественно, кучу КП потратили, чтобы туда со всех отрядов там увеличивались и рейндж. Остался в трех паренек. С этой стороны хэви-болтер, огнемет. Отсюда убили 6 пацанов. Типа осталось их 4 чувака каких-то. И огнеметчик, к сожалению, фигуренько справился. Всего лишь 3 атаки. У меня там было одного убило, одной ранки. Там 6 ФНП есть пацанов. Здесь всего лишь 4 осталось. Фаза черджей. Пришли 3. Ну, там приехали Рин. Но до этого прижали нашим огнеметчикам сюда. Так, чик-чик, всех заблочили. Патринка сюда. И на правом фланге на 7 дюймов. К сожалению, пока нет. Хочу ли я от последней КПшки тратить на то, чтобы дойти. Смог, потратил мужчина. В ближнем бою здесь раскурочили. Двух ринка задавило. И двух еще били кулаками. А с той стороны, к сожалению, мы вот своим дрончиком ничего не смогли сделать. Естественно, активное противодействие Некрон снизило нашу скорость передвижения вперед. И главная проблема, наверное, Фрэнки и отряде его сопровождения, который не успевает к разборке. Вообще, правый фланг какой-то у нас никуда толком не успевающий. Просто куда-то еда, артиллерия неплохо работал до этого момента, хотя здесь, опять же, с вражеской не справилась с вышкой. Но все же, ей все меньше и меньше чего-то угрожает. Она идет под прикрытием пехоты нашего лорда, и у противника есть только одна пушка, действительно, которая может что-то ей сделать, и та завязана с нашим дроном. Но, скорее всего, дрон просто в упор прилетит. К тому же там есть контр-чержовый оверлорд, который как бы игнорит уменьшение дамага, то есть главное наше правило. Там коса с 7 силой, с 3, по-моему, дамагом в нашу 7 тафну прийти как раз дрончик разобрать. Так что что-то тут как-то наш прорыв может и захлебнуться. Ну, по крайней мере, мы опять по центру собрались и можем противнику как-то противостоять. Только вот большая проблема с байками. Мы смогли уничтожить только один, а они его спокойно возвращают обратно. В третий ход Некрон байки выстраиваются в сосисочку такую, чтобы там в Хеллбрут насовывать. С помощью Вали сержант, лейтенант или кто он у тебя, прыгает вот сюда со своими воинами. Остается в ближнем бою вышечка, а криптек транслокируется прямиком сюда и за прокачку мартелки пытаются рассыпать негодяй. Криптек что-то подумал, как-то ему страшненько стало, здесь куча каких-то противников, он такой, а вот я вот там останусь за стеночкой и буду просто пиу-пиу. Фаст-стрельбы концентрированным огнем. Наш дредноут весь в дырках, в последний ранее остался, стоит как герой. Фаза черджей, ворреры, подхватив с огнемета Overwatch, окей, на чарж на 9, бэм, что-то у них 8 пока что. Роуз КП, 9, красавчики, прибежали в дредноута. Варден на 12 дюймов туда же хочет, такой бэм, не получилось у Вардена, к сожалению. Личгарды сверху такие, чук, на 5 дюймов там подошли, мультичерже развлекают наших обоих героев. Ну и байки на 4 дюйма, криночки приехали. И Оверлорд пришел спасать вышку от нашего дрона. Ближний бой происходил следующим образом. Здесь нам набили эти парни ничего. Мы успели до этого кулаком снести одного чувачка, второй с рерлом все-таки спасся. В ответ такой раз нам 1/5 сейф, это нифига не он, ну-ка взорваться. До этого мы, кстати, откинули, не взорвались. К сожалению, наш парень кончился. Ранку сняли с ринки, и на этом
фланге, никто никому ничего. Закинула нам один сейв Оверлорд, пятый инвульт был. Ну, в общем, я кидаю там что-то, наверное, я его откинул. И в конце батл раунда итоги нашего продвижения. Раз юнит в зоне А, 5 очков. Два юнит в зоне Б, 10 очков. И еще один юнит в зоне А, 5 очков. Итого 20. Но, тем не менее, пока наш план работает. Мы смогли стянуть силы некронов в центр, в этот котел, и там их развлекаем на полную. Они там достаточно много уже закопали юнитов и продолжают подкидывать эти металлические дрова, чтобы мы их там все расплавляли и делили на ноль. При этом как-то контрчержовый Оверлорд что-то с нашим дрончиком не справился. Вообще с ним ничего не справилось, он абсолютно новый, как с завода. Ну, если это можно сказать в отношении юнитов Нургла. И у него еще есть прокатчика демонических энджинов на стрельбу после фоллбека. То есть он как бы такой, типа, вошел, а теперь он такой говорит, пока летит как раз дальше прорываться по линии, еще и будет отстреливаться по этим негодяям. Четвертый ход гвардии. Там, к сожалению, под застряли мы, нас кружили. Идут плагмаринчики спасать огнеметчика, который, ну, ему в целом выходить оттуда смысла нет, он не сможет действовать после этого. Фрэнк идет вперед, чтобы здесь всех замочить, а просто дрон делает фоллбэк. Фаз стрельбы. Наш Blackburst Crawler, бэм, сюда парень, с ласками из своего главного орудия туда уничтожил. Все жгли с огнеметов со всего Оверлорда. Оверлорд такой, типа, ну-ка встать после смерти. Легко встал. Куда-то такой, мэк. И здесь мы кидали гранаты в парня, он все-таки дал. И стреляли в этих парней, в ранг сняли. Фазу черджей. Эти с флитофутом на 5 дюймов всего. Да, смогли подойти. Фрэнк вот там вот на 8 дюймов. Нет. Итоги рукопашного сражения. Трех убрали воинов. В ответ нам одну вунду нанесли нашему огнеметчику, и Ринка задавил один байк. И как видите, все эти наши действия позволили Фрэнку с его резервами, по сути, теперь подойти поближе и уже поучаствовать в разборке. Повторный чардж плагмаринов, одну пачку мы уже потеряли в центр, не то чтобы принес много результатов, но тем не менее, главная задача завязать, когда остальные юниты прорываются, и наш дрончик как бы, ну, практически уже за линией находится. Все с ним хорошо. При этом отлично на правом фланге отработали по стрельбе, зачистили район полностью. То есть ему даже, ну да, остался, да, этот оверлорд, как бы, но мы видели его атаку уже. И сейчас куда он пойдет? Он будет пытаться дрон уничтожить, или он пойдет с Фрэнком разбираться. У него уже есть несколько целей, он один, и давай посмотрим, что ты сделаешь. Четвертый ход Некрон, фоллбэк ворьеров здесь. Байки отходят от ринки. Сейчас протокол на стреляние после фоллбека. Из руинки вырывается криптек и летит над пацанами вот так вот. Жук, ну, встал туда. И оверлорд решает, что он должен очки сберегать, поэтому прорвавшиеся все, кто по линии прорвались, он идет к ним. Фаз стрельбы. Ну, пытались тут всяк по мелочи стрелять. Все это фигня. Байки, как всегда, под стратегемой на дополнительные хиты на шестерке. Изничтожили всех, кроме флейл. Чуваком разорвали. Ну, я про четвертый откинул просто один из семи. Фаз черджей. Оверлорд. 12. Пару кругов. Со спины. С бэкстеп. В результате обменялись 3, сняли с дрона, 2 осталось, ну, 2 сняли также с оверлорда. А мы на херойке подошли, никого не убили, и в конце хода пытаемся не убежать. Не убежали, 8 ровно, у него 8, ну, то есть 4 потеряли, 4 на кубики кинули. И смотрим, у нас получилось 1, 2, 3 юнита из наших хариконов, которые находятся в диплоях. Причем тот в бэшке, а эти в ашках. То еще 20 очков. Уникрон, конечно, этот отряд из 6 байков наносит основные повреждения. Просто бешеные. Стрельба неприятная для нас. 5 сила. Минус 2. Там 2 даже, по-моему, дамага. Но для нас 1. Тем не менее, выкашивает наши отряды к чертовой матери. Но
они отошли от ринки, что плюс, потому что ринка, ее задача была прорываться, она как бы стояла. Напоминаю, у меня всего лишь 4 юнита, которые могут очки приносить, прорываясь, и ринка входит в их число. К сожалению, плагмарин, которые, по-моему, тоже были в этом списке, мы уже потеряли, и вот второй отряд можем тоже потерять. Там остался один парень, но тем не менее остался, и сейчас у нас уже, ну, по сути, основной удар идет по войскам Некрон, потому что мы уже все подошли, нам ничего не мешает, ну, кроме трупов, которые уже не могут подраться, нанести Некрон максимальный урон. Пятый ход начался с того, что мы блеванули морталками, знаете, сколько на 2-3 морталок сделали, правильно, ровно 2, 2 кола кинули. Хотели побить их, потом поблевать и их убрать. Нет, вообще. Ноль побили на хероики и двоих убрали на морталках. Ринка такая, ой, меня никто не держит. Тихонечко такая, бжу-бжу-бжу-бжу, куда-то поехала. Здесь наш флейл шел ребятам рассказывать, что они не правы. Фрэнк идет на эту сторону. За ним катится наша машинка уничтожения полного и бесповоротного, и отлетает как раз в последнюю зону контроля наш дрон. Фаст любые, пых, туда с Фрэнка, ничего. Здесь гранаты, двоих убили, они поднялись. Отсюда граната в одной оставила парня, из курсовика дожали. Потом две ласки, пэм, одна попала в оверлорда, снесла его. Что-то, понимаете, все ассасинейты в партии сделал Краулер. После этого из бомбарды 6 выстрелов на 4+, все попали. 5 трупов пытались сделаться, но 6 ФНП неплохо откидались, в результате только 3. И ринка такая пик-пик-пик, еще одну ранку туда нанесла. Фастчерджи, наш паренек последней надежды, дошел до байков. Фрэнк на 7, что-нибудь в этой партии сделаешь? Сделал такой бэм, хотят Overwatch. В результате эти два байка казнены. Ой, почему-то третий тоже убежал. Третий остался, на самом деле. А вот там вдалеке и из боя вышел. Здесь Фрэнк чудом смог раздавить личгарда. Эти просто попили крови, эти личгарды, немерено. Здесь, к сожалению, ноль вообще чего-либо произошло. Ну, флейл, отбившись, отошел к пацанам. Героический байк на шестерку убегает, смотрите, бам! Я столько шестерок видел на ФНП, но вот на ледаке финк. Ну и в любом случае, простейшая тактика по превентивному выведению из строя тех юнитов противника, которые могут обеспечить проблемы для нашей артиллерии, для наших танков, работает отлично, потому что мы расстреляли все, что могло как бы нашему плагбюрст-кроулеру сделать жизнь неприятной, и теперь он спокойно ползет вперед и всех расстреливает. В этой партии он чуть ли не лучше... Не лучшая партия за все время для него, потому что он туда-сюда, ласки попадает, всех убивает, эти герои некронские падают замертво, пытаются встать, не всегда получается, долбит, долбит и долбит, и как бы противнику просто нечем нанести ему урон. Там, где он мог какой-то пехотой его пытаться закрыть, она завязалась в центре, а все, что как бы издалека могло нашего парня обидеть, мы заранее уничтожили. Пятый ход Некрон. Байк вышел, пострелял, ранг снял. Здесь заставили их биться последними, убили до того, как они, собственно... Причем огнеметчик дожал, я прям в шоке. Флейл опять не во что. Он против байков кинул все, а здесь опять вспомнил, что он только одну-две атаки попадает. В конце смотрим. 5 очей. 5 очков за последнюю модельку и 20 очков в зоне С. При этом нас нет, только в зоне Б. Вот подсчитываем теперь для Дефендера очки. У нас только нет в зоне Б, это 20 очей. В этой есть, в этой есть. Значит, получилось... А, 30 очей. 80 на 30. Не, а комикс-то даже вроде ничего. Да, ничего не понятно, но... Хентай листать мне это никогда не мешало. Так что эти тоже почитаем. По партии, кстати, да. У нас же партия проходила. Короче, спокойно мы продавили этих некрон. Главное, это правильная разведка. Нанести удар в том месте, где они не ждут. Все это у нас получилось. И даже несмотря на все противодействие, не удалось у некрон остановить нашу норглядскую армию. Да, и нам не все цели удались. Мы стали перед собой в том числе... уничтожение надежд противника, как-то так агенда называется, и там нужно было уничтожить самый дорогой ППП отряд, если я все правильно помню, по-моему, именно ППП. И это были байки.
как вы понимаете. К сожалению, они на столе остались, за это experience points мы не получим. Но в остальном я специально брал агенды на уничтожение. Я знал, что мне некогда будет там руинки какие-то басовать, что-то еще. Я буду рваться вперед и противника уничтожать. Поэтому по всем остальным агендам я заработал все-таки очков. Вот только эта одна не сработала. Но у нас с этими некромами так чаще всего и получается. Они остаются какой-то одной модели, отходят из боя и типа все. Мы их не дожали. Но тем не менее, там разгром очевидный. Просто там что-то 30 очков они получили за одну зону. И то, в которой мы в целом могли быть. Напоминаю, что некроны получали в конце партии только очки. Это мы в ходе партии получали. Они только в конце за те зоны, в которых нас не было. А мы как бы расползлись там, мы даже до последней дошли. Да и в целом некроны нам не то чтобы много кого набили. Кстати, о набитых. Наш Скаре, Хелбрут, нет, пацаны, нет. Смотрите-ка, чё, всё хорошо. Ну что ж, пришла пора подвести итог взятым агендам. И очень странно, у нас Ассасинс называется. Здесь эта агенда выполнила наш Краулер. Плюс он еще и набил по Honor the Patron. 7 моделек набить, и еще и авлевелапнулся. Также 7 моделек успел набить Хилбрут, как это ни странно. 7 моделек набил огнеметчик и пацаны. Фрэнк левелапнулся, и Хилбрут левелапнулся. Как результат, Фрэнк у нас теперь раздает свои ауры 2. Это рерол копеек, и на шестерку ту вунд АП улучшается у плага вепонов, я которую все время забываю. Он теперь на 9 раздает. И считается как 6 объектив секьюрных моделей, охренеть. Наш плаг бюст кроллер докачался до легендарного статуса, и мы ему дали элит крю наконец-то. Он сможет копеечки иногда перебрасывать, когда не двоечки будет кидать. Ну и Хелбрут, я долго думал, что делать. Решил вылечить его болезнь. У него с энджинами было плохо. И просто, видите, у меня там engine fault был. Теперь enhanced engine. Короче, 8-й мув теперь у него. Как, собственно, и должно быть. Что это за хабруты с 6-м мувом? Я вот думаю о том, как дальше строить армию. И чё-то мне кажется, что на самом деле мы тут в игрушки играем, а нужно брать пример с нормальных войсковых подразделений и укомплектовывать их по тому формату. Ну, то есть, типа, пехота должна быть при транспорте, при поддержке нормальной, потому что как-то рода войск начинают между собой действительно как-то работать. Хотя, может быть, это у меня просто ошибка впечатлений, потому что я такой, ну вот у меня был такой план, вот значит я все грамотно продумал, и тут все у меня вдруг получилось, я такой, да, вот это вот стратегия, тактика, военная наука работает. А в следующий раз просто ласки мимо, вообще все обосрался, и ничего мне из этого умного не поможет. Но, тем не менее, я попробую сейчас думать в этом направлении. По крайней мере, я вижу, что вот просто брать ростер в Крюсейд и такой, блин, я хочу, вот чтобы у меня был хелбручик, да, еще дрончик, вот они будут бегать, это будет прикольно, вот покачаю там своего героя. Нет, это все херня. Нужно сначала установить действительно базовые, закрыть базовые потребности. Пехота, которая будет делать всякое, ей транспорт, какое-то, естественно, усиление, в данном случае плагбюрсткроллер, ну, просто охранитель артиллерии, которая отрабатывает на все 100. Да, были в свое время партии, в которых просто плагбюрсткроллер на первом же ходу уничтожали, потому что противник такой, блин, эта хрень будет меня ломать об ногу, поэтому ба-ба-бам, все, плагбюрсткроллера нет. Тоже понятно. Но, тем не менее, даже спать... Хотя, блин, нет, это ключевой юнит получается, серьезно. Вот потерять плагбюрсткроллер... Да, кажется, типа, всего лишь 2 выстрела на 3+, ласками, еще пробить надо, еще там что-нибудь откидают, и до 6 выстрелов этой бомбардой, которая, ну, то кол накинешь, то не попадет, то не... постоянно случается, да, но даже психологический эффект от нее большой.
Поэтому, ну а два плагбюрстера, к сожалению, на Crusade, конечно же, никто мне не даст. В первую очередь я. Но, тем не менее, я попытаюсь все-таки ростер развернуть в таком логическом направлении, о котором я говорил, и посмотреть, как это все работает. Не просто рандомные юниты какие-то брать, которые я хочу покачать, которыми я хочу побегать на столе, а вот чтобы это выглядело действительно как какое-то войсковое подразделение укомплектованное. И посмотрим, как это будет все работать. То есть, для меня, чем дальше, тем Crusade все становится интереснее. Особенно мы начинаем уже играть на какие-то ощутимые очки. Вот в начале о том, что я говорю, вообще бессмысленно. Там 25 пп, что-то выстраивать, там просто нет тебе места для маневра. А вот сейчас мы потихонечку будем выходить на нормальные растера. При этом ты думаешь не о том, как, блин, вот у меня теперь наконец-то появилось вот эти вот там сколько-то пп, чтобы взять, не знаю, лендрейдер. Нет, ты такой, сначала я себе укомплектую все, что нужно, а потом уже буду думать о том, что сверху добавить. Вот такой у меня теперь будет план. Да, возможно, это будет выглядеть чуть более скучно в плане ростера. Но посмотрим, как это будет работать. Может быть, это работать как раз будет неплохо. Так что оставайтесь с нами. Самое интересное только начинается. Ну и само собой, берегите себя и свои болезни.